Всем привет, с вами Фоди, и сегодня я вам покажу, как добавить счетчик подписчиков на стрим. Будет выглядеть это примерно вот так. Если интересно, продолжайте смотреть. Для начала нам нужно перейти на сайт под названием LiveSubs. Ссылочка будет в описании. Переходим на него. И когда перешли, вот тут вставляем название нашего канала. У меня это Фоди. Когда у нас все отобразилось, копируем ссылочку этого сайта. Переходим в OBS. И тут добавляем браузер. После этого вставляем эту ссылку сюда. Нажимаем ОК. И у нас получается такой счетчик подписчиков. Теперь нам нужно аккуратно это все обрезать и подогнать под нужные размеры. Зажимаем Alt и начинаем аккуратно это все обрезать. Вот и все обрезал, и это вот так уже можно добавлять на стрим. Но нас это не устраивает. Оно смотрится слишком плохо. Давайте уберем вот этот голубой фон сзади. Для этого нажимаем на браузер правой кнопкой мыши. Выбираем фильтры и Chroma Key. Добавляем его. После этого выбираем тип ключевого цвета – синий. Сбрасываем все параметры. И начинаем их потихоньку добавлять. Когда видим, что задний фон убрался, добавляем немного гладкости. Закрываем. И все, у нас готов счетчик подписчиков на стрим. Можете его размещать и запускать стрим и стримить. Всем, кому данный урок показался интересным, поставьте лайк, подпишитесь на канал, пишите в комментарии. Всем спасибо за просмотр, всем пока!